Теперь она не экстремист. Мария Матузная, которую обвиняли в экстремизме за размещенные в интернете картинки, больше не числится в федеральном списке таковых. Из перечня исчезла и фамилия еще одного жителя Барнаула, Андрея Шашерина, обвиненного по той же 282 статье Уголовного кодекса РФ. Как пояснил в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чеков, удаление из списка означает, что уголовные дела по статье 282 в отношении этих лиц прекращены. Марию Матузную, к слову, новость порадовала, однако собирается ли она теперь вернуться в Россию, пока неизвестно. Напомним, осенью этого года, опасаясь уголовного преследования, она тайно выехала за рубеж. Предположительно, сейчас Матузная находится в одной из европейских стран. Отметим, что в списке потенциальных террористов по-прежнему остается еще один барнаулец, фигурант громких дел за картинки в интернете Даниил Маркин.